Как говорится, всем ахайо, и это видео для женской половины моей аудитории. Ну а пока вы гадаете, что в этой коробке, я начну распаковку. Ладно, интересная комплектация. Короче, знакомьтесь, это монитор с Алиэкспресс. И да, он розовый. И я без понятия, как читается этот бренд, можете выдать свою версию в комментариях. У монитора есть крепление веса, а также скрытый кабель-менеджмент. Подключение через DisplayPort или HDMI. Диагональ 27 дюймов с не самым подходящим здесь разрешением Full HD. Показатель изогнутости 1800R. В спецификациях не указан тип матрицы, но судя по яркой картинке и насыщенному черному цвету, это VA. И говоря о черном, я не преувеличиваю. Монитор поддерживает частоту обновления до 165 Гц. Но, к сожалению, ни низкий отклик, ни 10-битная матрица не спасает монитор от шлейфов. Хотя в отзывах монитора о Гостинге ни слова. Кстати, чуть не забыла о секретном компоненте. Да, это не просто розовый монитор, это розовый монитор с ушками. Чего только не найдешь на Алиэкспресс.